Блогер Лена Миро прокомментировала состояние певицы Максим. По ее мнению, звезда может скончаться так же, как Юлия Началова. Лена Миро хорошо известна россиянам благодаря скандальным публикациям в «Живом журнале». Блогер эмоционально выражает мнение о резонансных ситуациях и получает мощный читательский отклик. За основу недавнего поста она взяла шокирующую новость о здоровье певицы Максим. Вокалистку ввели в искусственную кому с обширным поражением легких, но при этом по тестам COVID у нее не обнаружили. По словам Миро, артистке грозит прискорбная кончина в духе Юлии Началовой. Аргументируя свое предположение, блогер сравнила возраст звезд. Началова умерла в 38, Максим сейчас 38. Может, тоже умрет, написала Лена Миро в «Живом журнале». Она отметила, что ей жалко лежащую в коме знаменитость, так как от трагического исхода никто не застрахован, и никто бы не хотел оказаться на месте певицы. Звезда «Живого журнала» подчеркнула, что певица Максим похожа на Юлию Началову даже внешне. С целью подтверждения своей позиции блогер добавила к тексту фотографии артисток. Лена Миро спросила у подписчиков, почему они не торопятся делать прививку от коронавируса, когда с людьми происходят такие страшные вещи. Можно считать себя молодым, здоровым, сильным. Скажу по секрету, и такие умирают тоже. Друзья, а как вы считаете, необходимо ли вакцинироваться? Вы относитесь к вакцинам? Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.